Срочная информация от синоптиков. В городе объявлено штормовое предупреждение. Ситуацию осложняют погодные условия, дождь и минусовая температура. На дороге гололедица. И уже сейчас наблюдается такое опасное явление, как в прошлом декабре – гололед, или, проще говоря, обледенение на линиях электропередачи. Толщина гололедных отложений будет зависеть от количества и продолжительности дождя. А по прогнозам метеорологов, осадки будут идти всю ночь. Вдобавок еще и мороз – до минус 7 градусов.